Всем-всем доброе утро! Сегодня ролик хочу начать с такого момента. Захожу в комнату, и спят мои животные вместе. Барсик и Бертуша вместе на одном диванчике. Этот диван у нас старенький, там для хейтеров, сразу говорю, специально для животных. Вот подстилка для Барсика, тут Берточка спит иногда. Там еще креслица есть Бертона. Вот подушечка старенькая тоже для них, так для удобства, мало ли. Вот они лежат у меня, хвостик к хвостику, Барсик. Это водичка для Барсика налита. Везде должна быть водичка у него, он много пьет. Ест только один сухой корм специальный. Но я уже как-то говорила в ролике, специальный диетический ветеринарный корм. Вот, и пьем такую водичку постоянно. Стоит у нас на полу водичка у Берта, он может полакать. Здесь в зале и в спаленке, где он любит спать. Бертоломей. Вот сейчас я уже позавтракала, до этого занималась фитнесом, собак покормила, Барсику лекарства дала. И пойдем мы в парк. У нас сегодня солнце будет целый день, утро солнечное, теплое, плюс 10, обещают, плюс 18-20. Берта, а ты что нос спрятала на подстилке Барсиковой? Берта, 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 пойдем мы с Бертой и с Нардименом гулять. Ну вот, мы с собаками собрались. Сейчас выгуливаю во дворе. И пойдем мы в парк. Бертуша. Тут с ними Зевс гуляет. Нордя. Водичку надо набрать. Зевс, гуляем. Молодец. Сумочку. Сейчас. Ой, тряпку раскидали. Ну кто хулиганит у меня? Кто у меня хулиганит? Сумочку надо протереть будет. Тоже заляпали. Норди пошел по туалетам. Зевса. Гуляй, гуляй. Берточка. Сейчас все сходят в туалет, и мы потихоньку пойдем. Зевс остается дома. Мы идем с Нордом и Бертой. Бертуш. Норди еще не понял, куда мы идем. Он думает, что мы будем здесь гулять, играть. А, нет, понял, наверное. Сумку проверяет, тоже такой хозяйственный. Бертуш, пойдемте. Где сумочка наша? Пошли собираться. Норти. Ну все, выходим, пописили. Ну вот сумочку. Нордя. Ах, Нордя. Ну все, давайте сейчас воды наберу, сумочку протру немножко, что там ее заляпали, и пойдем, да. Вот, ребята, такой моментик, пока я набираю воды, сумку протираю, начались мужские игры. Мужчин-подростков. Еще не мужчины, но уже не мальчишки. Вот такие вот, за этим надо наблюдать. Они еще сильно не могут играть. Может в драку вылиться. Норд сломал. Норд, фу! Вот видите, нельзя. Видите, Норд за лапами забил добермана. Ну, доберману, видать, это нравится. Сам лезет к нему, поглядите. Вот такие мужские игры. Берта тут наблюдает. Берта, ты пойдешь их разнимать? Ну-ка, гоняй собак. Ругайся, иди. Ругай их всех. Ну-ка, ругай всех. Хорошо, а? Ты что-то добермана ругаешь одного, а Нордика не ругаешь. Кто виноват у нас? Значит, доберман виноват. Ну, доберман задирается. Так, все, пошлите. Доберман такой задира. Он сам. Так, уходи, уходи. Все, ты мне сейчас сумку обоссышь. Ты метишь везде. Нордя, фу! Сумку тоже любитель таскать Бертону. Нельзя. Все, уходи. Вот смотрите, ребята, внимательно. Берта молодец, правильно ругала добермана. Доберман сам лезет в Норду. То за лапы его хватает, то на него скачет. Смотрите, видите, что он делает? Доберман, видите, что подсекает его. А Нордик просто отгоняет, ну или вовлекается в игру. Вот видите, что он делает, доберман? Хулиганы, надо всегда брать наготове, чтобы была палка.
брать в руки, на всякий случай пресекать. Не доверяйте собакам, еще раз говорю. Вы сами знаете, что у людей, что у детей может игра превратиться в драку. Также у этих, они меры не знают остановки, пока не раздерут друг друга, не повредят. Вон, видите, что делает доберман? Кто тут виноват? Нортик собирается гулять. Берта наблюдает, ведет себя прилично, а он доберман, доберману скучно. Вон, видите, то попой толкает его, то под лапы подсекает. Такие вот интересные моментики. Видите, что делает доберман? Видите, как пристает, а? Норда вынуждает. Играть хочет он какой. Ай, хороший мальчишка. Нордик его за шею давит уже. Короче, бои без правил идут. Нордик, у тебя укус-то сильный. Ты скажи, пусть не лезет, а? Вот видите, как интересно, да? Я вообще люблю наблюдать за такими вот интересными моментами. Все, Зевс, хватит. Пойдемте, пойдем. Все, Нордик, пошли в парк. Пойдем гулять, Берта, пошли. Он приклеился к нему. Доберман к Норду. Зевс, тебе скучно, да? Все, пошли. Зевс, на место, пойдем домой. Рядом. Ну вот, мы с собачками идем. Хотела вам показать такую красоту. Листопад небольшой. Ну, сейчас не видно, вон листики летят. Падают листики. Вот. Так красиво. И все желтенькое. Желто, немного зеленого. И как будто свет горит. Мне так кажется. Так, где наши собаки? Ну вот они, наши собаки. Нордик и Берта. Тема у нас опять продолжается. Ношение намордников. То есть до парка мы ходим в намордниках. Иногда занимаемся в них. Чтобы собаки не расслаблялись, всегда были готовы в любой момент надеть намордник. Да, Нордик? И в нем выполнять команды, ну или для чего-то других целей, для каких-то по необходимости намордник. Вот посмотрите, какая красота. Рябина, красное дерево. Я не знаю, как телефон передает ролик на видео, вот эти краски, цвета. Но это красиво. Это очень красиво. Я уже говорила, в каждом времени года есть своя красота. Есть свои хорошие моменты. Ну и, конечно, плохие. Вот посмотрите, какая желтизна. Как будто там лампочка включенная светит. А, эти сели у меня, ребята, смотрите. Про собачек не забываем. Я остановилась, собаки сели. Молодцы, рядом. Вот, красиво очень. И запахи такие осенние, кисло-горьковатые запахи, хорошие такие. Посмотрите, какой контраст. Зеленые кустики, деревья коротенькие, и за ними желтые, и там даже дальше зелень. Красиво. У нас дождик был небольшой, мокрый асфальт. Мы идем в наш любимый парк с собаками гулять, заниматься. Стараемся каждый день туда ходить. А как-то было, бывают моменты, и по два раза ходим, и вечером еще. Вот, это зависит от, наверное, сколько времени у меня есть в день. Свободного, не свободного. А так, если мороз, дождь, то, конечно, мы занимаемся дома, во дворе по мере возможности. Гуляем там также. Вот такие цветочки еще осенние. Ну, красиво. Ну, что сказать. Вот, смотрите, вдали. Красиво. Очень-очень красиво. Нордик. Нордик что-то жмет сильно Берту. Прям вжал. Ну вот, мы уже идем между торговыми центрами с собаками. Парк. Нордик, прижимаешь Берту или здесь коротенькая вот это вот на попертечке. Скоро Нордик домой поедет. Последние денечки догуливает с нами. Я думаю, Нордику все понравилось.
каждодневные прогулки, занятия, игры, бесконечные игры. Ой! Твою ты мать! Чуть я не упала с вами. Так, ну-ка давайте отсюда уйдем. Чуть не шлепнулась, капец. Аж мурашки. Это было что-то, на телефон упала бы. Вот на эту споткнулась, об эту. Все-таки неудобно идти, смотреть за собаками, снимать ролик одной. Тяжело. Вот идут спокойно, мои хорошие. Пойдем по ровной. Так, ну ладненько. Этот ролик у нас такой коротенький. Это наши сборы в дорогу. Собираемся в парк. В парке снимать, наверное, ничего не буду. То есть одно и то же у нас занятие, игры, игры-занятия. Если будет что-то интересное собачке, то, возможно, сниму. Посмотрим. А так мы идем, направляемся в парк. Собаки не тянут к людям, никому не лезут. Тихо. Грязь скользкая. В общем, молодцы они у меня, хорошие. Ой, встреча. Ой, нельзя. Вот эти собаки плохие на Берту нападали. Мой Нордик, молодцы, пойдемте. Вот эти вот собаки, их, правда, было больше, дикие. А, как это дикие? Ну, вот бездомные. Их было штук 8. Один раз напали на Берту. Теперь Берта их запомнила и всегда облаивает. О, все, пошлите рядом. Сама увидала. Вот видите, я слепая. Иду, все внимание в телефон, в ролике. Не увидала собак. То есть всегда на улице с собаками надо быть предельно осторожным и внимательным. Вот такие бывают нюансы. Первый раз чуть не упала. Второй раз на собак. Хорошо, их было 2. Но даже когда их было много, Берта их начинала облаивать. Я ей говорила, плохая собака, она облаивает. А мы напугали их. И я в то же время пыталась с земли, хотя ничего не было, я поднимала какие-то палки, имитировала, что поднимаю палки, камни, пытаюсь забросать, и ругала их. И собаки тогда уходили стороной, даже когда их было 8 штук. То есть такого прямого нападения на нас не было. И в то же время мы с Бертой никогда не отступали. Идем прямо, идем. А если начнем отступать, потом будут собаки знать, что мы слабое звено. Надо идти прямо. Вот, теперь они видели, от нас сразу убежали. Хотя у меня 2 собаки, и там 2 были. Мы их прогнали, Норди. Там один Норди. Нордика вид, чего стоит. Молодцы, мои хорошие. Вы мои хорошие. Так, ну а мы продолжим наш путь. Будет что поснимать на площадке с собачками, игры какие-нибудь или что-то. Я сниму, покажу. А так, ну вот такая вот красота. Осень. Осень в городе. Собаки, кстати, хорошо в осенний, в этот пейзаж вписываются. Рыже-черные. Да, Бертуш? Осенние собаки.